Женя, привет! Приехала сегодня в офис. Я думала, что вы все на Максима Горького, как обычно. Приехала, думаю, сейчас зайду, шум, как всегда, все сидят. Приезжаю, никого нет, вообще офис пустой. Очень удивительно было. А в фаворите движуха прям такая нормальная. Ну, стрелка, едем, едем быстрее, давайте, ребят, быстрее. Вы хорошо общаетесь с Кристиной, что оставили Диану у нее. Я Диану оставила с папой, начнем с этого, а не с Кристиной. А Кристина встречается с Дианиным папой. Логично? Логично. Нет, я спокойно оставила вообще без всяких переживаний. Вот. Оксаночка, привет! Здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Спасибо. Меня накрасили в офисе подручными средствами. Средствами. Ах, ладно. Приезжаешь в офис фаворит и не хочешь никуда оттуда уезжать. Реально какой-то там рабочий дико процесс происходит. Раньше любила зависать на Максима Горького. Отдохнула замечательно вообще. Честно, никогда не подумала бы, что мне понравится Дубай. Ну, сейчас прям изменила свое мнение. Приезжаешь, просто смотришь... Город будущего просто, реально. Очень круто, красиво, чисто. Много денег там, очень много денег. Понимаешь, куда нужно расти. И понимаешь, что там твоя зарплата в 500 тысяч, в 600, в миллион. Это такие ничтожно жалкие, мелкие деньги, что... Когда ты находишься в Дубае, ты можешь их потратить буквально за час, зайдя просто в молл. И все. Еще рассказать такого интересного. Потеряли меня все. Очень часто мне пишут в директ и спрашивают: Оля, куда ты пропала, почему нет твоих сториз? А я правда уже забываю даже, что я инстаблогер, типа, что мне нужно что-то вести, рассказывать. Вообще просто уже все, отходишь от этого. Хочется найти какую-то новую площадку, не Инстаграм. Инстаграм уже вот здесь стоит. И молодец, хорошо, что у тебя есть наклейки, туфельки и опасного знака. Опасный водитель. Ну, минус 5 на улице, я в пальто. Короче, сама с собой сейчас разговариваю. Просто я себя сейчас сравниваю с тем временем, когда я жила в Якутии. И в это время у нас не то, что в пальто не походишь. В это время у нас уже в унтах холодно. А я сейчас просто еду на улице минус 5. Я в пальто, без шапки. И как бы жалуюсь, что у меня что-то не так. Но всегда есть к чему стремиться. Да, мы общаемся, почему нет? Что нам делить? У нас же ребенок, это же глупо быть какими-то врагами. Все ок. Мы особо не загорали, мы как бы там не особо у нас пляжный отдых был, но я загорела, у меня быстро загар ложится, может быть тут так отсвечивает. Но я зашла в офис, мне говорят: ого, ты какая черная, нифига ты какая загорелая. Да, если сравнить там
с другими загарами, да. Ну, я в Испании, например, не загорела в этот раз, когда летала, потому что я вообще не загорала. На море даже не была ни разу. Сейчас, ну, следы, например, от купальника есть. Загорела, загорела. Да, Вика видела меня. По камере не видно. Ну, давай, проезжай. Вика, ты где? Я еду на революцию. Что мне тяжко как-то. Уже надоела музыка, которая у меня в телефоне. Хочется что-то нового услышать. Нет, не похудела. Такая же осталась. По весу точно такая же. Конечно, уже пресса нет, который был. И есть такие, ну, как бы немножко лишка я набрала, конечно, там, может, килограмм незначительно, но набрала. Какие планы на будущий год? На самом деле планов действительно очень много. Ну, как бы, чего бы мне хотелось достичь. Это не только материальные какие-то цели. Но, ну, вообще все цели, они связаны с деньгами. Нет такого, что там счастье, любовь, все есть. Все остальное нужно покупать. С Кристиной тоже хорошо общаемся. Вообще не вижу никаких проблем. Почему мы должны не общаться? В хороших отношениях. Как хорошо я припаркалась. А, ты что узнала по Батыреву? Вика. Что ты меня не позвала на Батырева? Давай узнай все и мне потом напиши. Я очень хочу на его тренинг. Книги, по крайней мере, меня очень впечатлили. Мне прям на одном дыхании прочитала. Так, где мои ключи? Давай, позвони. Да, кстати, домашнее вино. Кто еще закупается на Новый год алкоголем, берите домашнее вино, очень вкусно, 500 рублей за литр. Я вообще очень, вон Вика, свидетель этого потрясающего вкусного вина. Сейчас сторис выложу, где можно будет купить. Вот. Считаю, что это прекрасное дополнение на новогодний стол. Вика оценила, переоценила. Так, я еще сейчас, я заехала сюда домой на революцию, потом поеду сюда, туда, на Максима Горького. Моя пантера, привет! Как у тебя дела? Кстати, можем в другой город тоже отправить. Пипа тоже. Давай, до вечера. Пипа, это Вика. Ой, Вика, теперь ты Пипка. Ладно, не люблю такие тупые эфиры. Хочется быстрее закончить. И нужно выходить с какими-то полезными темами. Но я пока... не вижу никаких полезных тем для обсуждения, для того, чтобы рассказывать. Как-то опасно ездишь, друг.
очень опасно. Что ты делаешь? Господи. Я не верю своим глазам. Видите? Наверное, это девушка за рулем. Потому что мужчина так ездить не умеет. Ну и не все девушки так ездят. Ёбаный в рот. Простите меня, пожалуйста, но это просто жесть. Это нужно снимать просто. Но все, с 50-го раза получилось выехать наконец-то. Ладно, все, я пошла.